Мотор. Тёма, у нас готова палатка. Нам нужен костёр. Даня, нам нужно мясо. Отправляйся на охоту. Тёма, ты ветки собрал? Нужно хорошие веточки. Сначала маленькие положить, потом крупненькие. Курица должна быть прожаристая или как? Даня ушел на охоту? Тём? Даня ушел на охоту. А что ты трёшь? Костёр, конечно. Три, сильнее три. Молодец, три, сильнее три. А будет пар настоящий? Да. Будет пар, три, хорошо, чтобы все получилось. Три. Даня, что ты нам принёс? Я принёс дикую дичь. А Тёма тут делает костёр? Ой, что ты уже костёр разжёг? Да. Ой, ну, когда пар будет. Надо её хорошенько поджарить. Ну что, будет огонь? Огонь на полу. А как мы его так тушить будем? Не, мы не будем поджигать костёр. Мы будем есть собаку. Что-то зашкварчало. О, что-то зашкварчало. Дикий волк. Это книг наш удовольствие. Вот, теперь нажарили. Теперь можно есть. Ой, хорошо сидим. Хорошо едим. Давай. Прикольно у вас, молодцы, кушайте. Хорошо, сидим. Ой, природа, хорошо. Тёма, у костра что-то жарко становится. Пойдем на стульчике. И там попьем. Сидим, идем, а идем на пряница. Как хорошо в дикой природе. Да, просто отлично. Пацаны, двигается шляпа. А Джоник там где? Смотрите, кто-то живет в шляпе. Это кто тут спрятался?